Все потихоньку устаканивается в Локомотиве, уже цели какие-то на сезон определили? Обозначили перед вами? Нам это, в принципе, никогда не говорят, в том плане, что, наверное, Локомотив должен быть на ведущих ролях. Я думаю, это так и должно быть. Саша, с позитивных новостей, помимо шумихи, возвращение Дмитрия Лоськова, насколько это неожиданно было или ожидаемо, и как отреагировали на это в команде, уже что-то успели обсудить? Ну, Дима... Дмитрий Вячеславович. Он понятно, что это за человек для этого клуба, и все были очень рады, потому что немногие с ним играли. Мне удалось с ним поиграть, и понятно, что это легенда этого клуба, и, конечно же, все восприняли это очень позитивно. Он сильно изменился вот со времен карьеры, вот когда был футболистом и сейчас стал? Нет, все такое же. Я думаю, что ему предстоит все равно перестроиться, понять, что он уже тренер, а так он позитивный, все как раньше. Саш, матч с Териком был признан удовлетворительным с точки зрения результата, исходя из факторов, в том числе удаления. Вот матч с Крыльями, какие возможны факторы, чтобы не выигрыш признать удовлетворительным результатом? Я думаю, таких факторов нету. Я думаю, мы играем дома. И, конечно же, опять же, то, что три ничьи произошли, нам нужна только победа. Мы играем дома. И тут никакие факторы учитываться не должны. Только победа нас устроит. Ты недавно преодолел рубеж в 200 матчей за Локомотив. Успел ли как-то осмыслить эту цифру? Я никак ее не осмыслил. Я только понимаю, что я очень рад этому. И то, что надеюсь, что и до 250 дотяну, посмотрим. Но я очень рад.